Им судьбой определено рассекать небесного цвета Волгу, любоваться пейзажами и дарить искренние эмоции. В путь по реке возможностей отправляются два новых судна «Спутник» и «Гермес». Сегодня премьера для журналистов. Торжественная обстановка не только для того, чтобы произвести впечатление. Авторы идеи уверяют, так здесь будет всегда и для любого гостя. Романтика речных прогулок в современном прочтении. Туристов теперь можно приглашать уже под конкретные туристические продукты, которые будут в постоянном режиме действовать на территории там, нашего региона. И прогулка по Волге – это действительно та изюминка, которая может быть интересна для всех, кто приезжает на территорию нашего города, нашего региона. У нас разработано очень много экскурсий, в том числе подготовлены уже экскурсоводы для иностранных гостей. И мы еще готовим еще людей для того, чтобы встречать. И, в принципе, мы все силы приложим. У нас еще есть год для того, чтобы очень профессионально подготовиться и встречать гостей достойно на наших теплоходах. В преддверии чемпионата мира по футболу для гостей и жителей Самары прекрасная возможность оценить красоты Заволжья. Идея туристической компании «Спутник Гермес» в течение нескольких лет искала воплощение. Специалисты тщательно выбирали самые хорошие суда. В результате малый флот региона пополнили два корабля. Но в деле реконструкции еще не поставлена окончательная точка. Авторы идеи планируют сделать не просто хорошо, а идеально. Доработать детали интерьера и внешний вид судна. Мы очень рады, что в нашей компании «Спутник Гермес» появились еще два новых судна. Это «Москва-123» и «Москва-190». По Волге ходить – одно из самых популярных направлений двухчасовой экскурсии вдоль левого берега реки. Прекрасная возможность взглянуть на город с другой стороны, познакомиться с ним заново или встретиться впервые. Я думаю, что каждый житель Самары, все 1 240 000, должны хотя бы один раз такую прогулку совершить. И будем просить и «Спутник», и «Гермес», и туристическую компанию «Спутник Гермес», чтобы они такую возможность нашим жителям предоставили. Знаете, я с большим удовольствием восприняла информацию, известие о том, что по понедельникам 130 человек, жителей, могут бесплатно вместе с детьми, с семьями, выполнить эту прекрасную для себя миссию пройти по Волге вдоль своего города. Для тех, кому близок семейный отдых, и тот, кто жаден до приключений, «Спутник» и «Гермес» покажут самые красивые волжские места, доставят в Ширяево и Виновку. Одно из самых интересных предложений – гастрономический тур до Гавриловой поляны. Пока едем и до Гавриловой поляны, туристы обедают, также слушают экскурсию про Самару, про Самарскую Луку. Прибываем мы на Заволжье, там знакомимся с двумя монастырями – женский и мужской монастыри. Прибываем в гости к Саровару, там учимся готовить сыр, его пробуем, дегустируем, отправляемся в Рождественно. Все это туры выходного дня. Молодых людей приглашают насладиться закатом и вдохновиться звездами, двигаясь под зажигательные ритмы. На борту «Спутника» и «Гермеса» будут проводиться танцевальные вечера. Для тех, кто хочет движения своего IQ, новое и модное развлечение – интеллектуальные бои на Волге. Трехчасовая прогулка, где можно в команды 8-10 человек помериться кругозором, силой духа командной и ответить на вопросы, касаемые краеведения, музыки, архитектуры, кинематографа и так далее. Новые перспективы внутреннего туризма, исполненные с хорошим вкусом, для того, чтобы в очередной раз убедиться, все лучшее рядом, стоит только взглянуть с другой стороны.